Ну что, приступим. Вот это чуть было не было, блядь. О, поехали. Да, я понял. Молодец какой-то. Да молодец, огурец. Ну ладно. Да умри ты, блядь. Я себе, блядь, не умирает. Это его друг, походу, блядь. Походу его друг. Значит, что он его сделал? Поднял. Вот молодец какой. Настоящий друг, блядь. Так, тихо. Тихо. Ай, гранаты-то кидать некрасиво такая. Ладно, отступай, меня уже, блядь, тут окружают, как могут. Ой-ой-ой, почти убил. Почти не считается. На. Ого. Хорошечка. Тихо. Не буду больше. О. Микола. Меня убил Микола. Микола, ты где? Вот ты где, мой мальчик. Так, ты опять с другом, да? Я знаю, что ты. Ой, блядь, а сколько у тебя друзей, какой. Вот молодец какой. Вот. Друг Артём. Беги, блядь. Отступай, дебилоид, отступ. Боже. Молодец, блядь.
Так, Микола, где твои друзья, блядь? Ой, тут. Всех убили, всех убили. Граната. Achtung, ich habe den feindlichen Soldaten in eurem Gebiet. Артемка, помнишь меня? А я тебя помню. Сзади, ребята, сзади, отступайте. Ту-ту-тру-ту-тру-тру-тру-тру. Так, патроны, патроны, патроны. Колха, блядь, кто ж тебя убил-то, а? Вот, вот же суки-то какие, блядь. Ты что, дурак, блядь? Ого, Микола, здорово, блядь, ё-моё, остальное, сколько не видели. Ладно, нихуя себе, блядь, чуть было не было. Ту-туру-туру-ту-ту-туру-туру. Так, что у нас здесь? Ага. Ну так нечестно. Миколка, Миколка, блядь. Когда ж ты научишься играть-то, ёпа-мать. Неужели ты думаешь, что там стоять и это все? Ой, бежит, ой, бежит. Прям бежит, прям бежит. Отомстить, отомстить. Ой, 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 ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сука, падла. Обратил внимание на дурака, блядь, ладно. Ого. Что-то у меня тут происходит. Там враг, там враг. Да ладно, ты прекрати. Снайперское отродье, блядь, не попадая ни хера. Вот тебе и Микола, блядь. О, снайпер, я ж к тебе сейчас приду. Пидор, ты штопанный, блядь. И отлично не убил. Ра-та-та, 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 ра-та-та.
Думаю, вот эту хрень надо прикрыть. Знаешь, мы утром едем, нам не особо мешает, то, что здесь происходит. Ну, вот это понятно. Я бы удивился, если бы не это понятно. Как не убил, блядь? Парни, парни, всех спасти не смогу, блядь. Простите. Простите меня, блядь. Как это так? Вот, блядь, дебилоидов. Ой, блядь. Чего они такие тупицы? Один уже залез. Молодец. Что это тут? О, Миколка. Микола. Микола, меня подняли. Микола. Нет. Пришел его друг, блядь. Ёбаный в рот, а как так-то, блядь? М? Да? Да я откуда знаю, я же взял все, было. Типа новинка. А, ну вот, привет. Да нет, я думаю, долго ты там будешь спать, блядь. Видимо, недолго. Ой-ой-ой, промазал как.
Доставься ты, ёбаная моя. Где это животное, блядь? Боже! Прикинь, я его, блядь, пиздолетика убил. О, нихуя себе, отличный маяк, блядь. О, что это у меня попало? Hello. Привет. Еще один отличный маяк, блин. Как на... Что там, опять сел он, падла? Ай-яй-яй. О, Микола. Микола, он очень молодец. Мне нравится, как он играет. Я бы сказал, даже, ну, профессионально. Тактически грамотно. Правда, ну бас, ну басом, блядь. Вот. Еще один вообще. Нахуй, где этот? У кого, какого пидора этот маяк? У какого из них? Нихуя. Или у него? Прыгает, прыгает. О, Микола, мы... Микола, я не убил тебя. Мне кажется, с Миколой надо дружить. Пойди, он научит что-нибудь интересное. Ну, вот. Практически грамотному доху. Ах ты хуеплёт, еще один. О, вам и... Что это такое, блядь? Ну это очередной, но мегатыкающий человек, блядь, в одну кнопку, ага. Сказочники, пиздец. Нахуй так играть, я вообще не понимаю. О, ну и Макова, конечно. Блять, ну как так-то, а? Почему я здесь один? Пиздец. Ну команда дебилоида. К сожалению. Ну похуй, лежит посреди, блядь, этой хуйни. Долбоёбов стадо, блядь. Стадо долбоёба. Поле у ручья. Нет, не будь нахуй, дохну. Не убивай, да не дохну, сука, уёбки.
Давай, давай туда, конечно, блядь. Именно вот ты, блядь, сейчас затащишь, блядь, всю команду. Давай, ёбаный урод, все туда! Что-то нихуя никого не убил. Ну, вот ты пиздец, еще один, блядь. Супер, где? И все, и у меня подавление, блядь. Там хуй плетенка один и там вот сидит. Вот так вот. Ту-ру-ту-ту-ру. Ого, бегает похуй на все. Микола, блядь, давно я тебя не видел. Чего, блядь? О. Пиздец. О, ну вот этот мне товарищ, ну я прям терпеть не могу таких. Нет тут таких, блядь. О, блядь. Что, и ты тут, да? Ах ты хуеплёт, блядь. Как не убил? Смотри, сейчас слева будет. Оп, нет. А тут, кстати, я же его заспотил, и мы же заспотил, блядь. Ой, молодец-то какой, блядь. Нет игрока, блядь. Что, опять вот ничего, блядь. Как не убил? Ну как же не убил? 94! Да, конечно, идите туда все. По возможности получше. Ну и что опять, блядь? Долбоёжик, блядь. Ну а кто? Дети, блядь, пускай идут уроки делают. Там написано, блядь, блядь, дебилов, блядь, малолетних. 18 плюс. Аплодисменты.
А я, может, украинец. Это чисто украинские слова. Да. Так, там, по-моему, всех убиваю. Ладно, пойдем. Да, Санта, я вообще не понимаю, что я делаю. Давай, еще, где твой друг? Вот он. Ты у меня один. Ну и что? И где это хуепутало, блядь, которого я только... Вот один... Вот, молодец! На тебе, друг, спасибо тебе. Ты прям... Так! Ладно, я пока прикрою вас, пацаны. Хуёво я... Хуёво, о, этот мега... Ну, кнопольщик, блядь. Нахуй, с таким никнеймом, блядь. В жизни нормально играть никто не будет. Ну конечно, он еще и лагает. Стоять. О! Отлично. Ну, это вот так. Я 4000, по-моему, поставил. Это. Да, не трек. Ну так, попробуй. Хотя мы не так сильно-то и проигрываем. Вот это тогда было, блядь. А вот из-за таких пидоров, вот таких вот. Как профессионал, ага. Сейчас, блядь. Я не вижу, какой у него профессиональный палец, блядь, ага. Я ему только что в голову попал. Что-то эти профессионалы то с тройным кликом, то с пятерным, блядь, жмыком, блядь. Почему-то. Все такие профессиональные. Внезапно. Собака. Представляю, у них там профессионализм какой должен быть, сам 16. Блин, ты что ж ты так, блядь, рябишь-то в глазах-то? Ну мы кого-то, прости, друг. Я забыл, что ты здесь в дырочку стоишь, блядь, на уж пол игры, блядь. Что ты не показал? Вон та дырочка его. Ой-ой-ой, сейчас стрелять начну. Ой, начну. Ну так это ж, блядь, гадает кто, блядь. Нет, мы кола! Он всегда там. Он почему-то, ну, очень привязан к этому месту. Я думаю, потому что у него только там получается конфигить в дырочку. А в других местах он, ну, не умеет. Ну, это страшно. Я думаю, научится. Годами, блядь. Ну, что это такое? А, это такое новое. Вот тоже, блядь. Вот такие вышли, блядь.
еще один рашер, блядь. Они тупо туда бегут. Одни дебилоиды бегут другим дебилоидам. Мама дорогая. Ой, ё-моё. Всё, не успел даже повернуть. О! Вот это я понимаю, блядь. У него стрела противо-блядь авиационная хуетень. А он бегает, блядь, на дыбе. Сука, тупицы, блядь. Меня уже расстреливают тут. Ну, хоть 100 очков, блядь. Ну, что-то я уже как-то... бля, беги, пидор, беги, блядь. Что значит нет, блядь? Я бы такой любимый. Что? Что за подавление? Неужто кран, блядь? Конечно. Чё, ну, блядь, все дёргаются, я нихуя не понимаю. Так, тут есть? Тихо, 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 я всё понял. Блядь. Есть там, да? Есть, сука. Ах ты, падла. Подавили меня. О, да ладно, блядь. Я не понимаю, вот эти вот уёбки, они куда смотрят? А чё, мне всё? Кофе, вот это? Ich bin Sanitäter.
Твое не надо, у тебя что-то до хера твоего вот будет. Ну-ка. Да. Когда, да? Можно мне что-то проверить? Ну, вот так. Я же нами говорю. О, сейчас оба. Потому что да, потому что ты потом не уснешь, а я завтра буду в очередной раз выслушивать. Всякого. О, молодец, Артемка! Артем, молодец! Молодец! Я считаю, он молодец. А где Микола, блядь? Микола, ты где? Нет, он где-то. А он же вся, ну, у себя в дырочке. Как это не он? Вот он умер, по-любому. Он здесь живет. Ладно, как он умер. Ну, он погнул меня в этом переодел. Он? На первом, конечно, Смыкову. Я как-то сомневался. Вот. Ой, блядь, сколько ты друзей привел! Почему вот так вот бежал и убил меня вот так вот? А может быть вот так вот тоже делать? Может игра будет думать, что я нубас, и она такая: о, сейчас я тебе помогу. Игра поможет нам. Ой, игра поможет. Ребятушки, пожалуйста, только по одному. Я просил по одному. Я сказал горбатый. Да я не пойду. А этот Питер же с патронами, он же сейчас заспамит меня ебаными гранатами, блядь. О, он уже здесь, блядь. Вот это вот. Они меня сейчас зажрут. Опа, Микола, а тут-то ты не умеешь прятаться? Пидор, ты что, пан? О, тут у меня патроны. Ой, я... О, и еще этот. Граната, пацаны! Текайте, блядь! Что, блядь? Это все на меня прыгают, скачут, блядь, вылетают. Да? Наичестнейший, блядь. Наичестнейший. Эти... О, смотри, блядь, привет, блядь.
А был бы какой-нибудь, блядь, Рекс, может, и убил. У тебя товарищ за, блядь, стрельба такая интересная. Здесь по-прежнему все мрут. Все по сути не меняется. Молодец, блядь. Я тоже так умею. Отличная регистрация, блядь, попадание. О-о-о-о! Там смуглянка, молдаванка. Малюсенькую вот такую. Вот так. Сейчас попрет чувствую. Сердце. Я дрался как мог. Вот этот мне немножко. Ко? Кирюш? Да, он кемпирас, блядь. Не знаю мы таких, блядь. Седоков, блядь. Они, правда, все раша, но что такое, блядь? Давай еще раз. Это ты мне, да, говоришь? Мне очень вот этот вот прям. А что, он уже, блядь, с этой хуйней играл? Ну, это понятно, что уже не первый-то аккаунт, блядь. Ну ладно, бог с ним. Вообще, может быть, сменить эту хуйню, блядь. Я рашу. Я вот что думаю. Ну, конечно. А не потому, что, ну, плохо, умирают. Дамась, иди, помогай. О! Пошел. Нет, не надо ко мне идти. Over. Da
нужно начать. Перезайди. Знаешь, как 7 раз отмерь, один раз перезагрузи. Видимо, вы молодежь не знаете таких пословиц. Такое бывает. Наверное. Ну а что если? Что-то происходит, возможно. Может, Origin что-нибудь обновляется. Но там миллион причин. Я даже не могу понять. Так почему я как не подойду, они все... Что такое? Кнопка нажал, внезапно перестала работать. Очень нужный момент, когда я хотел сломать синюю хрень. Так ты не жди его. Зачем ты его ждешь? Не жди его. Выключи, перезайди, перезапусти, проверь ошибки, хуипки, вирусы, хуирусы. Может, играл с читами, тебя поймали. Хуй, я чё, экстрасенс, что ли? Что у тебя? Кто же нас стреляет? А еще раз убью. Ну, все так говорят. Я вот почему-то никогда не видел, чтобы честный читер сказал, да, я играл с щитами, блядь. Меня забанили. Я не знаю. Есть такое изобретение, там интернет, там, ну, всякого рода, блядь. Google, хуюгл, там, Яндекс, хуяндекс, блядь. Что тебе там помог? Я не знаю. Я не техподдержка в этой великолепной игре. Поэтому ничего сказать не могу. Могу сказать одно, меня окружают, блядь. Зави... О! Оттима, утти, утти, какой молодец. Так, это где, блядь? На 25-м этаже! Помнишь эти уёбки? А, ёба, чё так? Да. Попробуй, я верю в тебя, я думал, у тебя все получится. О, блядь, это враг. Попробуй обновить ее, проверить на ошибки. Я не знаю, хер вы. Я тоже куча вопросов к этой игре, их подобные есть. Знал бы, сказал. Как? Я-то добрый. Я всегда рад тому. Опа. Кто-то убил всех моих прожурок. Ну вот и где этот пидор, которого я сейчас только что поднял? А, ну где ты, блядь? Где ты? Я стоял за тобою. Пум-п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 ум
экран, что ли? Как дом? На дом, блядь. Я не пойму сейчас, то ли он над там мной, под там мной. И все. Не, ну ты видел. Где это тебе? Отец, да? Не, ну ты видел. Так, иди на. Где-то стрелял, да? Или в доме, блядь. Тихо. Пошел мне есть, блядь. В отряде такой же дурачок, блядь, дробовиком. Ой. Как это я не убил, блядь? Конечно же, он никогда не подымет. Он молодец такой. Главное... Ну что это, блядь, такое? Опять не убил. 90 жизнь! И еще один бежит, останавливается и почти меня убил. Ну как это называется? Ладно, это пиздец. Смотри, от Рашер, я прям вот, ну, прям молодец. Сначала он встал, потом он кинул гранату и встал дальше. Наверное. Ну да, он там. Рашер, давай, дружище, я верю в тебя. Нет, это... Ты ученик, что ли, блядь? Чё, а чё он меня снизит, блядь? Ну и куда ты, блядь, убежал? Убежал. Ну как бы у меня он в гараже был. И на ебаном, блядь, это. Бац. Мне хоть так, хоть это. Как я должен поступить? Он-то зарашил, он-то молодец изначально. Встал в гараже и стоит, ждет респаун. Ну как так? Ну, я же говорю, молодец. Мне нравится его стиль игры. Sanitäter, benötigst du Hilfe? Das ist interessant, also die Ton nicht einfach mal auf. Он не лег там.
Ну и чё, животные, блядь, тупоглазые. Либо нафиги вы, блядь, не русские. А горбунёк, блядь. Зашел. Навальный, что ли, блядь? Навальный, это Леха, блядь. Ты что в батле делаешь? Единорог поднимай, блядь. Дебилой, блядь, еще один. Оригинальное тактическое мышление. Ну конечно. Я жизнь отдам. Ну подумал. Что я, блядь, на... Короче, путаю кнопку, нельзя. Не понимаю, с чем это связано. Это ж надо туда зайти, да? Заходить, он там, что у нас же там что-то изменилось? Думаю. Ну уже писал, что мы чуть-чуть заикаемся. А куда идти? Ну нам тогда. Hello, hello. Здрасте, здрасте. И чё тут, типа пинг сменился, сейчас все будет хорошо, да? Ну, возможно, все будет хорошо. Но это не точно. Да хуй, я тебя хуже слышу, короче. Во всем виноват пинг. Кто виноват, Путин? Ты чё? Тихо, тихо. За тобой, возможно, выехали уже. Ой-ой-ой-ой-ой. Меня убили, короче. Я видел, видел. Так там бежит сзади, смотри, сразу. А. Да, блин. Он просто убегал, но я думаю, пускай убегает. Чуть-чуть тебя как бы слышно, но приглушен. Тут врагов, блядь! Ща, погоди. Да, ты сначала надо убить и всех. Да. Нам идут. Сейчас. Нам сзади идут. А где мы патроны взяли? Сейчас что, слышно? Ну, получше, но нет. Вчера или когда мы в последний раз тебя лучше слышно. Кстати, где-то враг. Вроде, вроде. Враг, сзади, блядь.
покоцал. Он меня чуть не убил. Кстати, под кран иду, или на кран, под кран. Много, много. Сзади, 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 с барж, с барж. Барж, да. Сейчас что, лучше, да? Меня убили. Да хрен, может это у меня что? Не знаю, не, ну я тебя хорошо слышу. А, все, слышу. Вот, ну конечно у меня, блядь. А, погромче было. А, ну действительно. Меня, блядь, кто-то из-под моста. Да, он там, короче, а, да, да. Сейчас, погоди. Там, по-моему, на барже кто-то спрыгнул. Да. И сзади, сзади железки идут. Да, спрыгнул. Ты утонул. Ну, что поделаешь. Так, у тебя я там видел кого-то наверху. А где Шуру не видел? Чё он там? Уснул опять? Блять, меня с гаражей убили. Я не пойму, где он. В гаражах я его там где-то на углу. Вот, там... А, друг этот наш пришел. Прикинь, меня с усаса убили. Кран. Ему чуть-чуть там осталось. О, сзади кто-то уже. Кран, кран. О, Раша. Где его друг? Другая надо отступить назад, они сейчас это, по-моему, у них там респаун. Ну, будь там, ага. Будь там. Я тебе буду это, спотить. Тут далеко не уходил. Убил кого-то. Ну, вроде никого. Вроде все, пошли. Мост. Кого-то убил, и меня, блядь, почти убили с этой, с барж. Где-то оттуда пулька летела. Да, кто-то вынырнул из баржа. Вот, 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 вот. Вернись, их там двое. Угу. Там еще у нас тут наверху бегают где-то. Одного убил там вдалеке, где бочка. У меня патронов нет. А, вот патроны. И баржа, кстати, есть. Здесь.
Не, баржи, по-моему, нет. У нас тут еще тоже. Ну, ты давай там, держи, я вниз посмотрю. Ой-ой-ой. По-моему, на... с бочки стреляют, и нас сейчас, по-моему, снизу обойдут. Это С4. А где дурачок, который кинул? А я убил. О. Вниз. Снизу, снизу, снизу. Ну потому что мы опять все та же проблема. Почему-то все смотрели наверх, блядь. Не, почему? Я повернулся вниз, он как бы это. И он все уже. Я немножко другую картину взял, ну ладно. Ну потому что я под... я ж поднял. Он убит был, я его поднял. Я смотрю наверх, чтобы его никто не убил, а он должен был держать вниз. Но это исходя из тактических, блядь, момент. Он же скатился вниз, а я его сижу, прикрывая снизу вверх. Там кто-то летает. А как... Нет, кто-то бежит туда. Убил. Еще? Нихуя себе. Да как он меня так убил? Какой-то читер у них был. О, видал? Убил. Подозрительные трупы. Такое ощущение, что с крана кто-то стрелял. А? Что за кто в меня? Ай, блядь, о, убью. 79 помощи. Ладно, не благодари, что там начинает. Целых 8-7 очков. Экран. Отступает, их уже, блядь, подавили там. Дурачок куда прибежал. О, мне надо его сниперку взять. Нет, толку от нее нет. Там если есть гранаты, в центр кидай. Ну, вообще нет ничего, патронов нет. Ну я думал. Ты там держись, я их там обхожу. Легко сказать. Как бы мне давато. Прям многовато. Ой, забудочка, и там наверху. Там меня тоже убили. Там, короче, пловец какой-то приплыл.
Так, у тебя слева за домом тебя оббегает. Ну, прям передо мной. И еще. Сейчас, подожди. Много-много. Ну там, короче, много их бегает со стороны. Труп. Пиздец, я уже в дом забежал, уже бегу к тебе, и он меня убивает. Что за блядство, блядь? Вот это вот у пули, которые за стену поворачивают, как они надоели, если честно. Ну, я не знаю, как-то даже уже привык к этому. Так, у меня на барже тут заварушка. Я с другой стороны. Ладно, подожди. Ой, у меня тут пизд... Да, много. Ладно, я, короче, держать буду. Железнодорожный переезд. Блять, я думал, где он стоял с глушителем. Короче, я резаюсь, а тут их миллион. Со всех сторон. Там, я вижу. Ой, прикрой, что у меня там наверху? Их несколько там, ну прям над одной точно. Его убили, кстати. И тут там идут все равно. Тут они бегают прям. А ты где умер? Я не умер, я живой. Что-то. Хоронишь меня раньше времени. Ну, короче, их тут много, убегай! Ну, внизу, блядь. А, блядь, их двое, все на меня смотрят почему-то, блядь. А ты что, тема там сидеть не хочешь? А, ну, пойдем. А их, по-моему, нет уже там, охуеть. Давай лучше, да, так шли. Чуть-чуть отвлекись, они как бы сзади идут. Чуть-чуть железки они там спрыгнули. Тут где-то? Где-то тут. Убил. Убил. Очень сильно покоцал его. И он, короче, решил умереть.
Я чуть-чуть сохранюсь. Да, я понял. Дискуссия. О, сейчас тебя убью, короче. Вся команда идет. Как он правильно пишется? Зо. А ну букву не помнишь? З. 13. У тебя тут миллион людей. Ну так я ж тебе говорю, там вся команда идет. А, ну подожди. Сейчас я их всех убью нахуй. Ну давай. Долбоебов? Да. Ты видел, видел там что-то? Видел. Меня убили, блядь. Ебать, как так? Ты мимо него, и он мне бак страксер. Как? А я просто это, я же подобрал. А я достаю, а там нифига не джуи 17. Ой-ой-ой, из-под крана. Ой-ой-ой, убили. Он прям ползет тут. У тебя там несколько человек, кстати. Сзади, сзади, трубы, трубы, трубы. Граната! Там их много было. Там вообще. Тут, кстати, то ли на мосту, то ли под. Наверное, под. Конечно, он лежит, а я его не заметил. Где
Боже, боже, давайте больше, больше. Больше, больше, давайте. Вообще не попал. Ой-ой-ой, тут... А, он с этим, блядь, с глушителем, падла, бегает. Сука, я его не убил, прикинь, он убежал. Я тебя спас. Тут у нас где-то. Да, кстати, он мимо пробежал. Он прям стал. Ну это чисто так, акт самоубийства был. Там вообще их было. Ну поставь, есть же еще. Хватит, я вылетел. Дурачок летел. Откуда он взялся тут? Ну летел. Ой-ой-ой, прям убили. У того, у кого реги нет, я главное он стоит, я в него стреляю, 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 бах, я упал. И я упал, а не он. Кстати, они где-то здесь. А прикинь, если бы была бы у него рега. Ну да. Пришлось бы все с игрой завязывать. Как против таких играть? Конечно. Кто-то летит там к тебе. Я вижу. Опять. А где он, далеко? Нет. Там с этого, с моста. По-моему, сейчас сзади к нам придут, конечно, с под моста. Ну, давай, я говорю, с моста. А прилетел тот под кран. Там умер чувак, видел? Он же не просто так, наверное, умер. Да, я вон их. Зад. О, на мосту. Это там где? Где баржа? Ты есть груз, что ли? Я не понял. А, если говорю груз, то умрет, блядь, прикинь. В новой этой хуйне. Где-то мститель, хуй, я не знаю. Нет. Да нет, он будет, блядь, в этой. Какие-то мстители, хуители. Да, и он один из тех, кто и этот хуеплёт помрёт, блядь. Доктор Стрэндж, помнишь такой был? Тоже его убил. Почему этот товарищ всегда недоволен игрой, а сам же в неё продолжает играть? Я не понимаю. Ну, мы в принципе такие же. Ну, как бы да, но... Он-то, понимаешь, он рашер, у него там АИМ превосходный, там, ну пошел бы другую искал. А то он бы, вот медиа, он главное, кому он это пишет, я хуй победи, сам себе что ли. Ну и хоть друг другу это пишет. Ой, а он куда-то туда пишет, но.
Чебурашка. Небесная канцелярия. Короче, я без патронов стою немножко. Блять, я тоже, короче. Пошли, у меня пистолетик есть. У меня нашел вал. Пиздец, меня убили. Погоди. Тут смотри, рашер у тебя. И еще. Ну не ходи, там тебя убьют сейчас. Еще раз. Вот. Да, он меня убил в итоге. Да, пойдем тут, вот куда ты смотрел, куда вот. Тут там, это, тут. Тут а там все мрут почему-то, заметил. И враги. Боже, он мне в упор меня стрелял и убить не смог. Это пиздец. И про какие-то хуякросы он пишет, ты представляешь? Я смотрю, у меня, короче, экран темнеет, ну то есть подавление, я поворачиваюсь, он стоит в меня в упор стреляет, я повернулся и убил его. Какие им хуякросы, блядь. По-моему, чуть-чуть надо вот сюда идти. Там, короче, под этим, под краном. И, по-моему, и на кране. Там под кран, ну не ходи туда, я тебе говорю, там их миллион. Все, 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 убили. Ага. Привет, помешитесь. Ну это Раша, Раша. Да, блин, ты не резнулся, это беда. Да ладно. Блять, тут на в этом. Скажи мне, на баржах там бегает снипер. Он прям к мосту бежит, короче, у него глушитель. Так что будь внимательным. Где ты? А может он уже, кстати, и к тебе пошел. А, мы вот. Кого-то убил. Ага, тут еще где-то бегает, товарищ. Возможно, тоже с глушителем. Сзади? А может убил. Вот. Убил, что? Вот он, скорее всего, был. Поглушителем. Сзади. Опять? Да что ж такое? Скорее всего, у них там респаун. И ты убил этого снипера, он уже пошел тебе мстить. Блять, я не убил там под мостом. И, по-моему, кто-то в гараж забежал. Хотя у меня уже паранойя, блядь. Меня из-под моста убивает. Я не могу его убить. Ты постарайся. 83 помощь. Видал? Хуя, я думал, ты видел его. Где-то у него маячок стоит. И это пипикалка. Да, я слышу. А я нихера не слышу, блядь. Блин, там лежит, короче, прям это. Прям хорошо лежит. Ну, прям перед. Не вижу, но меня кто-то чуть не убил тут. Вот тут бегает. Ага. Привет, еще идут. Все идут с барж. Бля, чуть-чуть не убил. Но сейчас нас все равно убьют. Еще, вот тут, вот тут. Еще, по-моему, вот здесь. Да, они идут. И, по-моему, с барж. Бля, зачем он лег? Прикинь, он лег, а ты его добил. Граната. У тебя ничего не подлагивает, нет? Да нет. Блять, у меня что-то начало потихо подлагивать. О, прям тут стоит. Где? В доме? В домике.
Да. Так, сзади под краном. И у меня еще тут один. Возможно, он где-то прям вот тут. Где-то тут. Хороший ориентир, да? Вот здесь, блядь. И идут с этих. С труб. Ну, с тех. С этих, с тех. И еще он идут. Да, тут, да, вижу. Я там, кстати, патроны кинул, не знаю. Идут через гаражи. Дал, так сказать, спот. Он кого-то убил? Там еще один. В доме. Блять, я не знаю, он там, нет? Ну прикрой. У меня тут, короче, прям этот снайпер с глушителем. За контейнером там стоит. Да, я его это увидел. Что у него там, автоматик или что, смотрю в дырочку, он там. Так у него здоровенная херовина такая, конечно. Ой, граната. Ну там дырочка-то маленькая. С труп идут. Да, меня убили там. У тебя даже резко. Сзади, где-то сзади. Опять этот снипер бегает. А он на кране. Да, давай отойдем. Надо ага. надо его убить срочно. Мост. А, там он заходит. На кране. Под кран заходит. Угу. Тут у нас. Да, из этого, с моста идет. Сайга. Блять, поднял, не понял. А, поднял. Короче, я не понял, кто где вообще. По-моему, с моста идет. Ну, ждут нас точно там. На кране вроде никого. Иду с под крана. Смотри, мост, короче. И я все, я без патрона. Ну, пистолет потом. Тогда пойдем к крану. Может там мои патроны должны быть. Мост вот забрал, а вот он упадло. О, меня убили, прикинь. Блять, он где-то здесь. Патроны. А, так, я не понял, откуда. Короче, давай под кран, у меня тоже. Хотя не, у меня много патронов. Вот здесь. Мне бы медика взять. Чё тебе? Да, беру это. Короче, под краном бегает. Ты все? Меня убили. И меня убили. Почему? Играю в метро. Если там есть что-нибудь. Только не на 64. Там я не могу в такой играть. Это дебилизм какой-то. Куда-то все стреляют. Но более-менее в целом. Играть можно. Это потому что мы тактично играли. Ты чё? Ну, тоже. Мы совершенствуемся. Если б не Рашер, который открыл нам глаза, как вот, мы бы, блядь, еще лучше играли. Вот смотри, 193. Мне просто интересно, где он вообще их нашел. А где? Там простая, ну, примитивная тактика. Он бежит в центр. Сколько убил, тут же умер. А убить он может всего не регой. 2, 3, 4 человека, 5 может быть.
Он бежит тупо напрямую. Убил, 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 умер. Убил, 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 умер. То есть, ну. Ну, в целом, да. Не, я не говорю, что это плохо, но я не думаю, что это прям уж хорошо. Ну, он соты сыграл 28 к 81. Просто когда у него будет, ну, настоящая нерега, то он уже так не сможет, он будет умирать. Ну, естественно. Ладно, бог с ним. А реально, пойдем на метро, не хочешь? Пойдем, пойдем, пойдем. С удовольствием. Короче, я сейчас треснулся, прям, знаешь, это вот отчет до начала раунда. Передо мной враг стоит. Ну, знаешь, как в этих вестернах, мы такие друг на друга смотрим. Ну, короче, я его убил. И музычка, да, такая? Да-да-да. Да-да-да, и перекати поле еще. Ты знаешь, хотел на метро, но тут что-то 36 и 64, меня это немножко смущает. Это что будет потом? Потом будет больше. А что, на 32 нету, да, сироков? Хотя нет, это ебаный баталог. Он, короче, пишет 36 человек, я захожу на сервер, а тут вообще человек 10 играет, прикинь. Ну, как так? Нормально. Так что сейчас за мной. Где он, ебаный, блядь? По мне что-то не заходит, прикинь. Чё не заходит? Чё вот он, Тоша? Придурки. Да, Сеня? Это что-то он тупит. Так, сейчас 5 сек. У меня какая-то хрень, я захожу на сервер, допустим, да, не... Потом черный экран, потом смотрю, у меня почему-то Origin тупо не работает. Я не понимаю, в чем прикол. О, не знаю, такого у меня не было. Ну, что за поеботься, я думаю. Кто? А, это вообще не туда я захожу, блин. Да он должен сразу. А ну-ка попробуй ты зайти. Сейчас, погоди. Я жму войти, а он ноль эмоций вообще абсолютно. Да, я зашел. И чё? Чё-то у меня пошло не так, блядь. Сейчас всё перезапустил, сейчас жму на тебя, а у меня вообще ноль эмоций.
все? Ну туда, тут по полторы калеки играют. Сейчас набегут, погоди. Да какую-то кнопочку придумать. Неудобно мне на боковую. Можно вот на вот эту. TPI же одинаково. И там, что я так перекачу, что я так, точно. Перезашел, блядь. Аллилуйя, что-то пошло, блин. Сейчас, ребятки, тупит что-то все прям у меня. Что за цифры, блядь? Ну, да. Так, а ты где? А вот. Короче, я сделал отряд. Нахуя? Ну, в смысле, да, конечно, сейчас перейдем. Да, они сейчас прорвут. Опа-опа, я сзади. Бля, меня там чуть не убили, представляешь? Там какой-то глушитель, что ли? Ты меня слышишь? Ау! Это ты играешь, что ли? А ты слышишь меня? Он не слышит меня. А при чем тут Дискорд? Слышишь меня? Да, сейчас слышу. Пиздец, у меня какая-то хренотень, блядь. Теперь Дискорд у меня перестал работать, блядь. Ты что, отряд дал? Я здесь. Я где-то в отряде, по-моему, нет? А, нет. Вот теперь я в отряде. Слышишь? Ничего не видно, блядь. Сейчас, погодите, я что-то не могу понять, блядь, что у меня происходит. И тут ничего не видно. Сейчас 5 сек. Я тебе говорю, у меня какая-то херня, блядь. Все сразу перестало работать. Ну, может, со связью что-то. Да походу. Нет, черный экран.
Раз, а через это он что-то не хуй.